Всем доброе, бодрое, мокрое утро. На часах у... Ну, на часах у нас по градусам плюс 17-18 градусов. Не жарко, моросит дождь. Не жарко совсем. Я уже заварила себе второй кофе. Приготовила себе косметичку. Сейчас я буду краситься, приводить себя в порядок. Ксюша проснулась только что. Мы все уже давным-давно проснулись. Завтракает, так что всем приятного аппетита, кофепития. Кто сейчас завтракает, обедает или ужинает, или пьет кофе. Так что да, я собираюсь. У меня сегодня по плану педикюр. И да, потом мне нужно собрать чемодан. А куда я собираю чемодан, вы узнаете в следующем влоге. Так что вы в любом случае не переключайтесь, оставайтесь с нами, будет интересно. Помните, я говорила, куда бы мне волосатую штуковину ту положить? А Богдан уже себе в берлогу унес. Уже постелил он себе, диван сделал. Быстренько нашлось применение. О, у Богдана там комора. У меня тут такая мягкая, мягкий диванчик. У меня там телевизор. Да, у Богдана здесь телевизор. Он смотрит он. А я думала, куда деть. Все, само по себе нашлось применение. Так что так. Сейчас я тоже уже скоро буду варить пельмешки, потому что дома у нас уже ничего нет, все съедено. Сварю пельмешки, на вечер, наверное, какой-нибудь салатик сделаю. И все. То, что мне уже скоро выезжать на педикюрчик. И да, сегодня тоже такой день, знаете, вроде делать ничего не надо, но там съездил, там поделал, там проделал. Нужно собрать чемоданчик, я уже говорила. Тоже ждем нашего папу. У него сегодня крайне рабочий день, и 3 дня он будет отдыхать. Так что так, по прогнозу, к нам на следующей неделе возвращается лето. Оно все же решило нас опять посетить. Это очень здорово, так как у детей каникулы. И чтобы они тоже насладились теплыми каникулами, это очень здорово, я рада наконец-таки. Так что так, вы не переключайтесь, оставайтесь с нами. Ну все, к Богдану опять придет зубная фея, принес зуб мне. Давай полоскать соленой водой. И всем приятного аппетита. Я уже оделась, собралась. Буду сейчас выезжать на свой педикюрчик. Нужно сделать. Вы не переключайтесь. На улице, смотрите, какая у нас дождливая погода. Но пусть польет тоже. Ну, хотя и так все давным-давно полито. Ой, день такой какой-то непонятный. Там быстренько, там чуть-чуть, тут чуть-чуть. В общем, вот такой вот день. Нужно быстренько съездить, приехать, собраться, убрать, подготовить. Так что... Так, все, я приехала. Господи, я думала, я опоздаю. По той дороге, где всегда я езжу, там закрыта дорога оказалась. И я такая быстренько перепроложить. Я езжу уже без навигации давным-давно. И тут хопа, такая подстава. Но я молодец. Я перепроложила быстро себе путь и доехала даже быстрее, чем обычно. Но я зонтик не взяла, а на улице просто ливень. Спасибо, погода.
Но я недалеко припарковалась относительно, да. Посижу еще в машине, потому что время есть, а потом уже побегу. Либо, если сейчас немножечко успокоится дождь, я пойду. И там посижу, подожду. В общем, погода, конечно, шепчет. Все, я дома, я вернулась, я сделала педикюрчик. Сделала опять, как всегда я делаю, в одних и тех же тонах персик. Я сделала персик. Так что да, ножки теперь свеженький маникюрчик. Маникюрчик на ногах? Педикюрчик. В общем, да, дети дома, все дома, мы счастливы. И я, наверное, буду делать уже есть, да? Да. Проголодалась? Что, будем есть? Котлеты по-киевски с салатиком. Ухари. Да, так что сейчас скину ее, эту котлету, в духовочку, она там сделается, приготовится, и тем временем я нарежу салатик. Вот такие конфетки, котлетки я сейчас запеку, полчаса они выпекаются, и сделаю салатик. Так что без гарнира, а потом уже на гарнир кто что захочет. Там еще бейглы остались с йогуртом питьевым, его тоже нужно допивать. И холодильник пустой. И еще я посмотрела, что холодильник нужно мыть. И я ненавижу мыть холодильники. Это самое бесючее, что можно делать. Я ненавижу. Я как можно всегда дольше откладываю. Но нужно будет как-то помыть. Ну, благо, я там ничего почти не вытаскиваю, полки не вытаскиваю. Я мою так. Открываю и быстренько полочки тряпочкой мокрыми прохожусь. И все. Пылесошу внутри, если есть какой-то мусор, и уже тоже просто протираю. Потому что холодильник нам не нужно размораживать, он без налета, без наледи, и так что так. Но иногда я, по-моему, раз в два года выключаю и полностью тогда тоже и морозилку мою. Но так как у меня морозилка полная, выключать я ее не буду, тем более там мороженое. Оно все растает, это нужно доедать все мороженое, а его немало. То есть, в общем, так, может быть, оставлю на осень вот эту вот процедуру. Но в любом случае полочки нужно протереть, они уже прям просят. И всем приятного аппетита. Привет. Привет, как дела? Папка дома, пятница. Ура! Я уже сходила, приняла ванну, ванные процедуры. Высушила, уложила волосы. Богдан, помылся? Нет, еще моется Богдан. Богдан тоже уже моется. На. Шляпа. Так что и на этой вечерней ноте я буду сегодня уже с вами прощаться. Буду садиться монтировать вложек. И увидимся с вами в другом влоге. Пока. But every time we gotta say